Ну что я хочу сказать? Вот мы с вами сели в Челябинске, познакомились. У нас хорошая была беседа. Общение было замечательное. Вот считайте, уже доезжаем до Узловой. Вы уже выходите. С нами еще товарищ ваш был, как он, который в Уфе сел. Как его зовут? Юнир. Юнир. Тоже очень замечательный, воспитанный человек. Мне, в общем, повезло в этой поездке. Очень было прекрасно. И, конечно, я всегда часто буду о вас вспоминать. Вспоминать хороших людей надо. Мне в этом деле всегда везет на хороших людей. Дай Бог вам всего наилучшего здоровья в семье, чтобы я хочу сказать про ислам. Это великая религия в мире. Ислам от нас, людей, требует порядочности, честности, доброты, внимания к нищим, малообеспеченным людям, инвалидам. Ислам всегда призывает только к хорошему. Ислам не только мы свой ислам признаем, мы признаем все эти четыре книги. Тору, Библию, Евангелию и, соответственно, Коран. Мы все это признаем и почитаем, потому что он ниспослан был Всевышним, как и нам, ислам, мусульманам, так и всем конфессиям вот этим остальным. Про ислам можно говорить без конца. Его нет конца, потому что говорить можно очень-очень много. Я рад, что родился мусульманином, и я этим всегда горжусь. Дай Бог. И все другие конфессии, все свои религии гордились, чтобы все у них было хорошо. И между религиями, чтобы было взаимопонимание, дружба, уважение. А ислам способен вообще соединить все религии, чтобы они дружно жили? Ислам к этому старается. Очень старается, чтобы все люди объединились в этом мире. Все, что были добрыми, порядочными, честными. Понимаете? Потому что вот это богатство, вот это люди, некоторые ударяются в богатство, а в богатство все ни туда не заберешь. Богатство – это вот это знание, уважение к людям. Вот это остается. И люди после него тоже будут о нем вспоминать, хорошие, добрые, честные. Вот что я хочу сказать. Меня зовут Анвар. Анвар Хаджи. Я хадж совершил, значит, меня добавляете мое имя хадж. Анвар Хаджи. Расскажите про хадж. Ну, про хадж. Хадж я совершил. Первый раз я совершил хадж. Это в 2005 году. В 2005 году. Совершил хадж для себя. Это из пяти столпов ислама. Совершить, в первую очередь, читать намаз. Держать 30 дней пост, надо делать благотворительность нищим, там, отдавать из своей заработной части. Так. И совершить пятый столб, совершить хадж. И в первую очередь я пропустил, это иман, есть верование Всевышнего. Если вы Всевышнего не уверовались, все остальное это ничего не значит. Дай Аллах, чтобы у всех у нас была вера, верование Всевышнего. Вот эти пять столбов я, иншаллах, совершил. Дай Аллах, чтобы мой хадж был принят Всевышним. Это было у меня в 2005 году. Хадж меня, конечно, очень преобразовал. Я имею в виду положительную сторону. Духовность? Духовность. Какие-то, может, и были по молодости ошибки. Я эти все ошибки признал. И стараюсь уже больше это после хаджа ни в коем случае обратно не повторять. А то получится, что совершил хадж, и все пойдет напрасно. Вот. А второй раз совершил хадж. Матери, покойной матери, совершил второй хадж. Это было в 2007 году. Третий хадж совершил отцу, он погиб во Второй Великой Отечественной войне, и я совершил ее.
все три хаты совершил. Все, мне даже в душе уже легче перед матерью, покойным отцом. Отец, мы не знаем, конечно, где он погиб, но все равно уже в душе какой-то я свой долг исполнил. Вот это мне очень...